Это видео на вопрос подписчиков, как определить, что перед вами формула основания. Значит, общая формула основания имеет вид MOHN, где M – это металл. На первом месте металл, на втором – гидроксильная группа OH. Основания или гидроксиды, мы их называем. Валентность гидроксильной группы всегда единица. То есть, если у нас, например, одновалентный металл, как калий, то формула гидроксида калия – будет калий OH. А если, например, трехвалентный, как алюминий, то формула гидроксида алюминия будет алюминий OH трижды. Если двухвалентный, как кальций, то формула будет кальций OH дважды. Что еще нужно запомнить, что основания гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов называют щелочами. Калий OH щелочь, кальций OH дважды тоже щелочь. Алюминий OH трижды, амфотерный гидроксид или амфотерное основание. То есть может вступать в реакцию и с кислотами, и с щелочами. Напомню, что амфотерность – это двойственность. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если да, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем всего доброго, пока!